Приветствую на моем канале. Я тут кушаю. Знаешь, почему такие вещи сказаны в Писании, в Библии? Что глава мужу Христос, глава жене муж. Вот если честно, в основном почему так считается? Почему вот так вот? Глава мужу Христос. Ну и в христианстве каким-то боком считают, что это связано с подчинением правилам. А жена вот должна подчиниться ему правилам. Но это неправильно. Это все равно, что вместо того, чтобы кушать, ты будешь пытаться выполнить. От того, что ты будешь пытаться выполнить, ты не наешься. Давай с тобой, дорогой мой друг, определимся, кто такой Христос. Вот в этом контексте, да, кто такой Христос? Это понимание. Это познание. Это откровение, это Слово Божье. Это не Библия, это живое познание, живое Слово Божье. И Павел пишет о первенстве мужчины в получении откровений, познания Господа. То есть муж должен познавать Господа прежде, чем познание приходит к женщине. Познание Господа к женщине приходит через то, что мужчина понял, познал Господа. И по-другому никак не происходит. Женщина не продвинется. Один проповедник так об этом говорил, сейчас просто я вспоминаю, я не понимал, почему, к чему. Женщина не продвинется дальше, чем продвинулся мужчина. И поэтому познание Господь дает прежде мужчине, познание себя. Ты начинаешь познавать Господа, женщина познает тебя. Познание откровение. Познание, откровение, осознанность. Бог, Дух Божий открывает прежде мужу. И вот это вот познание является головою. А уже мужчина делится с женщиной. Тебя накроет. Пусть тебя сейчас обнимет Господь. Пусть ты сейчас переживешь и почувствуешь его.
Пусть сейчас произойдет крещение во Святой Дух. Во имя Иисуса Машина. Все, что в сердце ты, все, что в мыслях ты, в глубину свою победи. Все, что в сердце ты, все, что в мыслях ты, в глубину свою победи, ведь я твой. Бог, ты живой, живой, живой. Я твой, я твой, только твой, я твой. На этом заканчиваю. Я поделился тем, чем хотел. Всего хорошего, мира, добра, любви, жизни, истины, откровения. Я твой.